Это же тостер. Это тостер, тостер, тостер. Пуп. Я сюда у тебя напал. Не попал. А, вот сюда вот? Сейчас момент. Ну, я не знаю, она редко работает. Прикольно. Да у тебя еще голос робота. Офигеть, не встать. Бабака! Это бабака. Продолжим наш подвал? Нет. Никаких подвалов. Ай, меня поймала кореша! Привет, здравствуй. Рад тебя видеть. И я тебя. Знаем. Сейчас покурим и вернемся. Чудно. Давайте соберем комарада на стриме на новый iPhone. На 16 Pro Max. Нет, давайте уже соберем на тупикон. Знаешь, на него еще бы попасть. Тут, если не секрет. Она тут разная продается, чтобы потом было что чай купить. Круто. Можно сфотографировать? Конечно. Круто. Что-то знакомое я тут вижу. Здрасте. Немножко подкинуть конфет? Уна момента. Не надо. Я стена. Я телевизор. Телевизор такой няшный. Я телевизор. Камераман никогда не умирает. Операторы никогда не умирают, да, оператор? Да? Да. Он просто вырубается. Хватай зайца. Хватай его. Ну хватай, давай, что ты стоишь, дурак? У них брачный сезон? И через минуту молния такая, бац! Окей. У меня есть прекрасная шляпа, она ну, вроде кажется обычной. Отличная шляпа. Это была шляпа, сделанная для меня. Она прекрасна. Да. Она мне очень, очень понравилась. Она поможет нам узнать немножечко о вас и остальным, конечно же, впитать эту информацию. Рассказать королеве. Не рассказывать да. Белой королеве. Потому что я тогда все о вас знать. А почему не черной королеве? Она обиделась на вас, а белой королевой. Все. Но только вам лучше сесть в кружочек, чтобы было друг другу. Оки-доки. Ну-ка, вот это вот. Взял. Ой-ой-ой, какой большой сейчас. Я сам попробую. Итак, это у нас... Так, давай. Снимаешь, как мы обнимаемся? Типа того. Если бы у тебя была возможность поговорить с собой 10-летним, что бы ты сказал? Вопрос тебе. Что бы ты сказал себе в 10-летнем возрасте? Ну, ты возвращаешься в прошлое, видишь себя маленького, такого, знаешь... Десятилеткой. Лет. Да. У тебя забота в виде, блин, мама не пустила погулять.
У меня нет айфона. Хороший. Что бы ты сказал? Я просто ушел молча. А ты? Я это вырежу. Надо будет запикать просто. Ладно. Красная королева. Ну да. О боже. Окей. А сосед слева, справа от нее? Сосед справа от тебя. У меня есть. Хорошо, а вы безумный шляпник? Что вы сказали? У меня есть один момент в жизни, когда 10 лет, я еду с батей в машине, и я говорю: пап, ну там биткоин 10 рублей, давай все-таки купим. Вот я бы сказал себе, убеди его, вот сделать так, чтобы у тебя было 100 биткоинов, ты будешь лучшим в мире. Отлично, Костя, тебе такой вопрос. Если бы у тебя была возможность поговорить с собой 10-летним, что бы ты сказал? Становись фури раньше. По факту. Становись фури раньше. Окей. Раньше. Тогда я все. Скажите что-нибудь. Снято. Конфетки. Да. Вот вам ветки по конфетке. Я настолько в экстазе от вашей игры, что мне так будет считать, кто возьмет. Давай я. Все. Давай, ребят, никакого антихорнибонг. Ты можешь себя оставить, можешь прийти на поделиться. Давай я оставлю себе просто молоток. Это не молоток, это фламинго, это волосы пустой. А вы кормите фламинго? Видно. Нет. Нет. Не ешь камеру. Это не твой банан. Бара. Текса. Чё так вяло? Громче!